Тверские компании готовятся выйти на международный рынок. И для этого есть все предпосылки. Не только желание, но и возможности. Благодаря помощи Тверского центра поддержки предпринимателей заказы со всего мира могут стать реальностью. Подробности выяснил наш корреспондент Мария Шалованова. Свой потенциал производители Тверского региона уже неоднократно представляли на российских и международных встречах. Последней была выставка импортозамещения 2019, с которой сутки назад вернулись 12 представителей Верхневолжья. Наши предприниматели показали целый ряд конкурентоспособных товаров и услуг, которые можно применять в различных отраслях российской экономики. Выставка прошла успешно. Компания сейчас в срочном порядке обрабатывает запросы, которые получили на выставке. Отправляют коммерческие предложения, связываются, и уже кто-то соглашение подписал. Одной из компаний, которая представила свой потенциал в выставочном центре «Крокус Экспо», стала Тверская «Алюмика». Компания довольно успешно развивается в нашем регионе уже 15 лет и занимается продажей алюминиевого профиля и аксессуаров. Была очень масштабная, такая солидная выставка. Было очень много контактов получено. Обработано заявок, много-много взаимодействий, переговоров провели с нашими потенциальными заказчиками. Вот сейчас, вот в данный момент, вот как раз на выставке договорились с компанией Kaiser немецкой поставлять наш профиль отечественный на нужды немецкого производителя. «Алюминика» на постоянной основе сотрудничает с крупнейшими машиностроителями и научными предприятиями России, но готова ориентироваться и на экспорт. Сейчас сотрудники фирмы готовят предложения для иностранных компаний, которые могут заинтересоваться услугами тверского производителя. Это инжиниринговые компании, машиностроительные компании, которые делают нестандартные какие-то изделия из нашего продукта. Полный комплекс помощи от подачи заявки до оформления документации оказывают в Центре поддержки предпринимательства. Они сопровождают компании в каждой выставке или бизнес-миссии. Но на этом содействие не заканчивается. Специалисты центра готовы оказывать поддержку и в развитии производств в регионе. Оказываем различные виды консультаций для ведения бизнеса, для начала бизнеса. В данный момент у нас огромное количество образовательных мероприятий, которые направлены как раз на обучение физических лиц, которые хотят прийти в бизнес. Следующая возможность заявить о себе у тверских компаний появится уже в октябре. Представители области поедут в бизнес-миссию в Венгрию, где также представят свою продукцию из различных отраслей. Сейчас уже готовы необходимые документы и презентации, которые на безвозмездной основе оформили в Центре поддержки предпринимательства.